Приветствую вас. Если говорить о мнении человека, который не знает вас лично, то я могу сказать примерно следующее, что убежав от своей мамы, что сейчас вам кажется правильным и имеет под собой какие-то основания, вот, вы не решите свои трудности, вы не решите, например, проблему неуверенности в себе, вы, например, не решите проблему своего страха, вы, например, не решите проблему своей тревожности, проблему недоверия в себе, проблему выражения своих эмоций, вот, и напряженность. Вот. То есть, да, вы можете уехать, если вам этого хочется, никто вам, как бы, ну, этого запретить не может, и вообще немного, как мне кажется, странная позиция, что, как бы вы поступили на моем месте, что получается, что, если мы вам, допустим, не знаю, сейчас скажем, что, вот, ну, поступили бы по-другому на вашем месте, да, то есть если бы, если мы вам сейчас скажем, что мы бы поступили по-другому, то что вы поступите по-другому, вы, не знаю, измените свое решение и будете действовать по-другому, но мне кажется, это как минимум странно, а как максимум это звучит так, что я хочу услышать то, что хочу услышать, вот. Понимаете, потому что, ну, если у вас уже сформировалась позиция, да, если у вас есть какая-то позиция, то логично и корректно придерживаться этой позиции, но учитывать при этом все факты, учитывать при этом все тонкости, учитывать при этом все нюансы. Вот, и говоря про нюансы, я, конечно, имею в виду ваши эмоциональные проблемы, которые, я повторюсь, не решатся, если вы уйдете от мамы. Понимаете, все проблемы эти останутся с вами. Ну вот, останутся обиды, какой-то гнев на маму, да, за то, что она там вас не воспитывала и так далее. То есть вот это все останется, по сути. Вот. В основном, конечно, останется обида. И негатив. Вот. И с этим, мне кажется, вам нужно что-то делать. Вот. Именно с этим. Именно с этим нужно работать, понимаете? А дальше уже вы сможете, когда почувствуете себя лучше, сможете понять, в какую сторону вам лучше двигаться. Вот. Вы сможете понять, как вам лучше, ну, вот, как вам лучше поступать, вот, понимаете? Поэтому, какая-то вот, наверное, будет такая вам обратная связь, то есть, сбежав, вы никакую свою проблему не решите, вот, сбежав, вы, ну, не сделайте так, что проблемы исчезнут, к сожалению, вот. И вот, как бы, в этом направлении вам и нужно двигаться, в этом направлении вам и нужно работать, как мне кажется. То есть, увидеть эту связь. И да, безусловно,
безусловно, сепарация от родителей, ну, в данном случае от мамы, нужна и важна, безусловно. Вот. Но это не единственное, что вам нужно решать. Я бы даже сказал, что это не главное, потому что, ну, перемена мест, да, и перемена дислокации не решает эмоциональных проблем человека, то есть они находятся, ну, они как бы в голове, эти, ну, вот мысли, да, они в голове, как правило, и не работает, ну, не работает это так. А что касается молодого человека, то да, он вас поддерживает, он вас принимает, это безусловно хорошо, что он так делает. Но сложность, как мне кажется, заключается в том, что вы можете от него таким образом быть зависимым. Вот, мне кажется, что в какой-то степени вы уже от него зависимы. То есть, если сейчас случится такая история, что вы, ну, окажетесь или останетесь без него, да, если сейчас вот так произойдет вдруг, то вам будет очень плохо. И подобная зависимость, когда вы по факту с одним человеком только, ну, на одного человека проецируете себя. Вот, и через одного человека себя выражаете. Конечно, делает вас, ну, мягко говоря, не свободны. А, грубо говоря, такое вообще помещает вас в определенный даже, я бы сказал, страх потерять этого человека. Вот. Чего бы, конечно, лично мне не хотелось бы, вот, для вас, да, чего бы мне не хотелось бы для вас. Ну, потому что, опять же, я понимаю, что это не решает проблем. Вот. А вы в себе не уверены, вот, вы в себе сомневаетесь, вот, вы как бы боитесь, вот, и, наверное, один из главных аспектов то, что вот, ну, несмотря ни на что, да, вы все равно хотите, условно говоря, там, одобрение своей мамы. Ну, то есть все равно вы этого хотите. Все равно. Вот. И мне кажется, что, ну, вообще, это нормально, вот, то, что вы этого хотите, то есть абсолютно нормально, что вы хотите одобрения своей мамы, но нужно вот, на мой взгляд, да, признать, что ваша мама, ну, она не способна на определенные проявления. Вот. Не потому что она какая-то плохая, да, и так далее. Ну, просто она, вот она такая. Ваша мама, вот она такая. Вот. И
принципе, на этом, пожалуй, можно и закончить мой ответ. Вот, потому что сейчас вам нужно учиться себе доверять, вот, а не размышлять о том, кто как поступил бы на вашем месте. Вот. Потому что на вашем месте люди бы поступили по-разному. Вот. Ну, то есть каждый здесь поступил бы по-разному. Это нормально. Нормально, что каждый поступил бы по-разному. Вот. Понимаете, да? Поэтому поэтому моя идея, она вот в том и заключается, чтобы вы, ну, больше старались слушать, наверное, себя, а не, не кого-то другого. Вот. Тогда у вас, на мой взгляд, появится шанс найти выход из этой ситуации. Вот. Ну, пожалуй, что и все. Сейчас это то, что я хотел бы вам сказать. Вот сейчас это все, что мне есть вам сказать. Вот, чувствуется у вас такая вот напряженность. Чувствуется такая боль, болезненность, вот, взвинченность эмоциональная, конечно же, потому что, ну, напряжение, оно дает о себе знать, психоэмоционально, вот, и, соответственно, в первую очередь нужно прожить его, а уже потом, дальше смотреть, что делать. Вот. Я понимаю, что вам тяжело, понимаю, что, ну, может казаться, что все против вас, но на самом деле это не так. То есть, почему вы не можете, ну, обратить на это внимание, да? Как мне кажется. Потому что достаточно сильно зациклены на себя. Вот, я не говорю, что это плохо. Сейчас, может быть, по-другому-то вы не можете, вот. Да и, может быть, и не надо сейчас по-другому, вот. Но все же важно, чтобы вы именно вот в такой последовательности, с точки зрения приоритетов, воспринимали свою ситуацию. Бегство ничего не решит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.